Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Toss Games. Итак, мы продолжаем с вами прохождение драфт. Так, в прошлой серии у нас с вами что? Сломалось что-то. Так, надо попить, я думаю. Давайте попьем, пойдем. Так, 5, 4. Сейчас выпьем все. Так. Наполним соленой водой. Так, попить, чтобы у нас было. Чтобы не подохнуть там, как обычно. Так, картохи. Пожарим. Четыре штучки. Так, что? Съесть? Зачем съесть? Дурачок, что ли? Оно же приготовилось. Так, что у нас там? Надо лиану еще найти. Нам лук. Лук нам нужен. Так, а у нас что есть? Топор. Копье. Пожать у нас есть. Так, а, я бутылку на одну на ребризер потратил. Так, подожди, давайте сделаем еще одну бутылку. Первый мы ходим без нее. Так. Так, где она у нас? Не можем сделать так. Сок лианы. Заебали они с этим соком. Так. Так, ну чё, пойдемте гасить этих вонючих крыс. Бля, сейчас акулу еще сожрет, да? Быстрей. Так, чё вы здесь? Куда нам? А тут закрыто с другой стороны. Так, Plantation, Elevation, Storage Area, Generation, Cafeteration. Понятно, пошлите. Я помню, разок им в голову попадал с лука, но это было с луком, блядь. А здесь что? Вы, блядь. Куда ты прыгаешь, дурной, блин? Так, энергия что, заполняется? Блин, энергия еще не заполнена. А вон, сука, иди сюда. Сейчас я сзади. Сзади. Тих. Сука. Я сячу. Мясо взяли. Мясо взяли, видал? Так, что здесь у нас? Нормально так с этим. Главное в голову целиться. Loading Bay, Storage Area. Что это такое? Закрыто, блядь, с другой стороны. Так, подожди, поем. Кафетерия. Это кафетерия под землей. Где мы вообще? А как нам наверх туда забраться? Почему мы здесь ходим? А нам, наверное, вообще непонятно ничего. Они же зареспамятся, да, с этим? Сейчас им тоже в голову дам. Все, хули ты хотел, ты дурак, блядь. Живой, что ли, еще? Так, взяли мясо. Так, идем опять. Какие-то ребусы, хуебусы, заебейшин. Уже реально. Туда, сюда, сюда, туда. Так, чё, сейчас пройдем, все будет нормально. Нормуль. Так. Понял, копьем надо один разок. Так, generation. Сторожейшн. Так, generation. Сюда. Ну, давай пойдем. Так, здесь что-то открыли, ладно. Закрыто с другой стороны. Блять, сейчас тут я тут заблужусь 100%. Так. Что это такое?
Ляха-муха. Ах ты, сука. Уеси, блядь. Прыгучий какой, блядь. Блядь, я ничего не взял. Это что такое? Деталь для генератора? Нахера она нужна нам? Блядь, на улице ночь, что ли, или что? Хера не вижу, блядь. Я туда не пойду. Пошел я, короче, за фонарем. Блять. Так, нам туда. Кафетерия. А где кафетерия? Не, нам не сюда. Хера не вижу, блять. Что-то открыли, куда-то пришли. Пошел я к своему этому саркофагу. Я не... Блин, надо было... Ты, сука, они что, респамятся, что ли? Уе себе ты, блядь. Надоели, реально. С нихера не видно, нам этот надо взять. На балдажник, на голову. Так. Что, нихера не вижу, блядь. Он там тоже стоит? Нахер. Какие-то звуки там страшно. Да, на улице ночь, блядь. И там все потемнело. Ну пиздец просто. Ну там темнее, чем здесь. Здравствуй. Акула, блядь, еще. Ебучая, блядь. Как ты там плаваешь, блин? Так. Я спать. Я спать. Что, непонятно, куда идти, что делать. Мы еще с вами не особо... Я еще с вами не особо подготовлен сам, блядь, что ору. Ладно, пошли. Так, где это ебалда, блин, у нас? А, ну вот это грязи, нахуй. Не буду даже с ним ничего делать. Грызи, грызи. Зубы поточишь. Так, что хотел? Отвлекать меня еще? Так. Так, это я сброшу сюда. Ага, вот же он, да. Светильник. Так, это тоже сбросим. Так, это тоже сбросим. Это, в принципе, у нас без этого нам не нужно. Взрывной порошок есть. Так. Так, это что такое? Пластик сброшу. Тоже, наверное, сбросим. Так, наверное, нужно нам сделать будет это. Копье. Вот копье возьму. Копье возьму. Это сбросим. Так. Тоже сбросим. Тоже сбросим. Так, надо будет сделать еще таких фонарей, наверное. Потому что... Так. Батарейка и хлам. Сюда. Так, это пожрать. Пожрать. Это, наверное. Барахло тоже вот от здесь, которое не нужно, выкинем. Так, это нужно тоже. Положим. Так, это я возьму. Ставлю. Эти, наверное, надо оставить. Ну, зачем нам стрелу, если у нас нет лука, да? Логично. Так, молоток тоже. Веревку тоже пока оставим. Так, хлам я тоже пока оставлю. Топор. Блин, нужно вот эту как сделать. Так, оружие. Так, хлам. Слиток. Болт. Так, железные слитки. Доски. Болты.
веревки. Так. Все. Ага, сюда добавились, да? Сюда даем. Так. Топор пригодится, мало ли. Так, это тоже. Куда? Так, попить. Ну, что-то поплыл. Есть же, блядь, у нас все. Так, есть курица. Так, что, пошел я тогда? Так, это говно надо выкинуть. Так, что, давайте вот это. Шляпу. Вот так гораздо лучше, а то ходим как долбоежики, блин. Без этих. Без освещения, без всего. Так, ну копьем по ебальничку они получают нормально, эти крысы. Давай, иди сюда. Сука, я тебя не боюсь. На тебе прям табло. Мясо нам пригодится. Там закрыто, там открыто. Так, сейчас идем, блядь. Я без воды, правда, но у меня полный бак. Если что, стараемся выжить. Где ты, сука? Нет у тебя больше. Так. Как-то странно все равно сделали, что-то респамит с какого-то дерьма, с какого-то перепуга. Не совсем понятно почему. Так, нам generation, какую деталь мы нашли с вами? Или все детали нам надо найти? Так, это что такое? Блять, что-то сломали тут. Ну, пожалуй, возьмем. Больше нет. Так, надо будет идти искать. Картошки у нас и так полно у самих. Что нам тут дает? Объедки, блять. Что за тетрис? Нажать. Блять, какой тетрис еще, ебаный в рот. Ладно, пойдемте за детальками. То есть, получается, нам генератор. Дурак, блин, куда ты прыгаешь? Это последнее. Куда нам надо пройти будет, что ли? PlayStation. Так, ну у каждого, видимо, атрофировалось уже понятие. Плантация на PlayStation, короче. Так, это что такое? Кафетерия. Нам туда надо? Там мы были? Да, мы взяли деталь. Здесь кафетерия. Ух ты, блядь. Хуясь он, блядь. Резкий какой из-за угла, блядь. Что такое? А, во, смотри, в кафетерии мы взяли с вами деталь, да? То есть еще одна, а там что-нибудь есть? Да, блять, суки сраные, ну иди сюда. Так, вот тебя понял, сука. Ах ты, сука. Пиздец, он замотал меня. Так, ну деталь генератора взяли, тогда в генераторную нам надо, да? Я тебе уже запутался, куда здесь, откуда? Так, генератор, пойдемте. Так, PlayStation. PlayStation, так. О! Это я понимаю.
Запустилась, да? Так, и чё тут? Так, и чё тут, блядь? Чё там? Surface Access. Ну-ка. Ну, типа, тут горит свет, нам, в принципе. Так. И чё, куда его? Ничего, не понимаю. Нам что нужно сделать? А, это типа ходы так можно пройти или что? Понятно. Так, если этот сюда мы поставим. Блять, какие-то пятнашки тут. Игра какая-то вообще, блять. Так. Так, ну там только туда можно. Если мы это сюда поставим, получается, отсюда сюда пройдем. Ну, давайте так и сделаем, наверное, да? Да, дальше что? Так, ну вот так, типа, заходим сюда, идем сюда. Блять. Вообще непонятно, блин. Так. Так, мне нужно теперь какую-то прямую туда загнать. Ну, чтобы можно было пройти. Так получается, что у нас тут это. Ну-ка, блядь, что-то я не понимаю, реально. Ну, типа так, и тут тупик. То есть я что-то построил, смотри, идем, идем, идем и сюда. Нам нужна здесь прямая, да ведь? Ну, логично, блядь. Так, а здесь что? Экс, ничего, сейчас разберемся, блядь, только пожрать надо бы нам, как всегда, блядь. Так. А у нас объедки есть, если что. Так. Смотри-ка. Вообще ничего не понял, блядь. Так.
Так, а если с конца нам туда надо дойти, да ведь? Но тут типа прямо, мы даже туда не повернем. Так. Так, секунду. Что-то я, походу, делал не то сделал. Сделаем. Так. Так, нам туда. Поворачивает и в тупик упирается, да? Не, ну так мы там не пройдем. То есть сюда поставь что-то. Получается так, если так. Такс. Так, с чего нам еще? Ой, блять. Скоро придется возвращаться. Так. Так это... Нет, если это туда поставить. Так, прошли. Угу.
Так. По идее, вот так вот мы идем, хоп-хоп-хоп, ну, по моим расчетам, сюда, потом сюда, сюда, сюда. По идее, вот так как-то, если я все верно рассчитал. Ну и сюда вышли. Так, сохранится на всякий случай. Так. А, ну, все, заебумба. Так, ты почитаем. Но пока без воды, без еды. Ой, блядь, без воды, конечно, дерьмово. Так, сейчас почитаем, что там у нас. Двигатели загорелись. Мы 2 дня подряд шли на максимальной скорости. Проверили проводку и нашли целую кучу мертвых жуков, которые забрались в трубу подачи охладителя. Один из инженеров осмотрел внешний блок двигателя, нашел там мальчика с собакой. Хорошо, что нашел. Мы уже готовились закрыть все и уйти. Осталось закрыть гориевый реактор, и можно идти. Блять. А что нам делать-то, блять? Пиздец. Куда плыть-то, блять? Я и ребризер не взял. Ёпта налево. Хорошо, что сохранились. Кислород у нас прям заканчивается, и пить мы хотим. Так, я чисто на разведку. Блядство. И что делать дальше? Так.
Ну чё ты подыхаешь-то, ёбаный в рот, блядь. Готовились, называется. Все, подохли, что не дошли. Ладно, мы сохранились, я думаю, продолжим в следующей серии. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на Twitter, на паблик. Также не забывайте про все уведомления, колокольчики, главное, берегите себя, и пока-пока.